Ну, короче, вот, братан, запустил его. Съездил заземление. Друг, ну, как бы провод чересчур мощный, но другого не было. Поставил такой. Ну, вроде как работает. Сейчас надо, чтобы он минут 5 в холостую поработал, пишет. Так, все это сам. Так, маслице залил. Масло вот такое, 5W30. Ну, это так, на всякий случай, чтоб на доливку, там мало ли, чтоб, ну, чтоб ты был в курсе, короче. Вот. Бенз 92-й. Ну, как бы все по инструкции, все четко. Вот. Сейчас поработает, буду пробовать сначала там болгарочкой, потом дрель попробую от него, от нее запитать. Посмотрим, как он, что будет давать вообще. Ну, конечно, громко, громко он работает, блядь. В лесу мы охуеем его, блядь, запускать. Либо, блядь, в яму его куда-то закапывать, знаешь, блядь, и делать отводы, блядь. В принципе, у меня есть шланги такие металлические, блядь, гибкие, знаешь. Можно будет им придумать отводы, блядь. И в лесу, в самом деле, блядь, какую-то, типа, яму, знаешь, там, хули в песке вырыть, там, блядь, 5 минут, нахуй, делов.